Всем привет, вы на канале УНБ, а мы находимся в городе Кострома. Нелегкий был сюда путь и попали прямо под морозы, минус 23. И мы находимся в автосервисе, территория Smart, на Ленина 20, корпус 2. Неплохой сервис здесь, с ребятами познакомились, дружелюбная очень компания. А находимся мы здесь по очень интересному поводу, делаем такой вот вездеход Бигбо, довольно-таки известная компания, которая производит вот такие вездеходы. Ну, колеса, понятное дело, это еще не те, колеса будут другие, это просто подкатная тележка, и сейчас на ней установлен кузов, и просто чтобы для удобства было самой окраски. Сам вездеход будет раскрашиваться в несколько цветов. Такие вездеходы вы уже могли видеть в интернете. Много разных конфигураций делают. И, в принципе, там начинка у всех разная. Цены колеблются от 3 миллионов и до 9 миллионов. Ну, в зависимости, какая у вас комплектация, какая начинка, какой салон и всякая эта ерунда. Очень популярные сейчас именно такие вездеходы стали. Это не только для охотников, это и просто провести время, просто повеселиться взамен квадроциклом, да. Для охоты это хорошо, где-то в условиях Арктики даже такие автомобили используются. И самая большая проблема у таких машин, да, это что? Это ржавчина, потому что они в основном ездят по болотистым местам, ну, в условиях экстремальных. И, естественно, металл некоторые не выдерживают. Низ автомобиля сделан из черного металла, ванна, весь верх сделан из алюминия, что тоже иногда составляет проблему. А проблема в чем? Что от алюминия просто отходит краска. Мы разработали систему, готовились к этому, проверяли, тестировали и выработали покрытие, которое не будет слазить именно с алюминия. Что же мы сделали? В первую очередь, конечно, это надо было обработать сам кузов. Сам кузов был металлический, голый металл, то есть алюминий, железо, все понятно. И надо было его защитить, чтобы он не ржавел. А также надо было подготовить сам алюминий, просто чтобы с него не слазила краска. Именно кислотным грунтом идея нам не понравилась, и, как показала она уже из других вариантов, то есть с кислотного грунта, то есть он отслаивается, адгезия у него не особо хорошая, к алюминию. Поэтому мы покрыли сначала, ну, понятное дело, всю машину мы зачистили и нанесли риску на металл, после чего покрыли цинком Cerberus, и уже после того, как покрыли цинком Cerberus, покрыли эпоксидным грунтом. Все это дело дали просохнуть полтора часа, там где-то полтора часная, и уже заделали швы. Швы на автомобиле заделали полиуретановым полиуретановым герметиком. Ну, а после того, как уже полиуретановым герметиком заделали швы, покрыли все это дело бастионом. Бастион разных цветов, здесь будет три цвета, еще у нас все в процессе. То есть покрыли основу красным, низ черным, и сейчас трафаретами, вернее, уже будем обклеивать, и трафаретами наносить будем сам рисунок, в принципе. После этого уже будет окрашиваться внутри, но это мы уже уедем, упустим. Потом целиковый вариант мы вам отснимем, покажем, как это выглядит. Данный автомобиль, скорее всего, едет в Америку, но также много по России уже Бигбо таких вездеходов. И в Арктике такие вездеходы есть. Очень интересная машинка, но еще более интересная само предприятие, потому что
об этом, наверное, мы позже потом расскажем, наверное, на лайв-канале, кто это и что. Очень интересный человек, именно владелец всей этой кухни. И об этом, наверное, мы позже потом расскажем. Здесь вы видите обклеено и еще не докрашено, Дима. И еще не докрашено место, для чего это сделано. Здесь еще будут ввариваться. Здесь будут ввариваться такие крышки-усилители, я понял. И специальная усиленная конструкция именно самой трансмиссии. После чего здесь будут ставиться огромные колеса низкого давления. И поэтому здесь еще не заделали. Здесь алюминиевая часть, здесь тоже черная. Потом, когда уже все обварится, все эти сварные швы, все это также обработается с цинком. И вот эта часть еще раз у нас покроется черным. Дно тоже уже будет обрабатываться после сборки. Ну а внутри, как это докрасится, уже будет там внутри обрабатываться. Вчера мы покрыли вот покрытием бастион. И оно, в принципе-то, уже сегодня вполне высохло. И сейчас будем обклеивать уже под рисунок. Конечно, здесь еще самое начало. Готовится остов под покраску. Будут навешиваться колеса. Здесь будут резиновые борта. Здесь будет вклеиваться стекло. Все это будет боковые панельки. Здесь буду, сейчас я покажу. Ну, вот так вот еще тут будет смотреться. То есть все это будет прикручиваться. На той стороне она более большая, потому что там идут захваты воздуха для двигателя. Ну и внутри, конечно, это все будет усиленная рама с ванной. Здесь, ну, сиденье все это будет. Вверху там вроде как алюминиевая будет. Здесь низ полностью тоже будет защищаться. Цинк, эпоксидник и бастион. Я это нежность, я мелодия.
видите, цинк набирает все более популярность, и даже вот такую технику уже начинают доверять цинку и пробовать, насколько это. Ну, естественно, что перед тем, как попробовать, ребята изучали и лабораторные испытания, я им показывал и рассказывал про цинк. Ну, вот решили, да, такой вариант будет лучше, чем кислотник. Машина будет надежнее, потому что действительно машина используется в очень суровых условиях. Также будет чуть позже, скорее всего, и на арктических вездеходах такую делать, потому что цинк держит до минус 60 градусов, то есть адгезия у него сумасшедшая, и к черному металлу, и к алюминию, и вот такой вот вариант, в принципе-то, получается очень здорово. В конечном результате это будет намного круче, ребят, конечно, и мы попросим ребят, чтобы они отсняли конечный результат, и увидим, как же это все выглядит. Как я и сказал, самая большая проблема, да, это ржавчина. Потому что, ну, действительно, вездеходы в очень суровых условиях гоняются. Неважно, это для души человек взял, либо для охоты, либо это рабочий вариант какой-то, там по тундре еще где-то ездить, да? Но, тем не менее, это и снег, это и грязь, это и морозы, это и соли, потому что есть вездеходы, тоже у нас будут делаться, где они ездят по там чуть ли не соляным источником, и машина приходит очень быстро в негодность. Да, даже если вы пересылаете куда-то в Америку, они там пользуются спросом, или еще куда-то по морю, по океану, то есть это соль, соленый воздух и месяц пути по морю, то есть сказывается. Даже вот мы разговаривали с ребятам, команда ГАЗ, спортивный. У них тоже, когда они едут далеко морем, машины отправляют именно на гонки, то машина приходит, видно, уже ржавая. И там тоже мы будем решать этот вопрос с помощью цинка Цербер. Покрывали вчера очень здорово. Ребята, многие спрашивают, как же покрывается бастионом автомобиль, насколько это просто. Все очень просто. Бастион очень хорошо колируется и принимает цвет. То есть для вот такого яркого цвета достаточно 85-100 грамм на баллон бастиона. И в принципе-то он очень хорошо приобретает цвет. Краска используется обычная база. Здесь у нас вообще по ранду была без металлика краска. Не надо специального колора, не надо специальных каких-то красок. Той же краской, что вы красите автомобиль, вы вполне можете заколеровать сам бастион. Наносится легко, как я говорю, с антигравийного пистолета. Если при желании вам его нужно развести и вы хотите нанести, где-то подкрасить, вот здесь будет интересный вариант, рисунок мы будем наносить уже с пистолета. То есть мы сформировали саму шагрень. То есть, понятное дело, машина не красная, здесь будет много рисунков. И мы сформировали саму форму красным, потому что красный плохо укрывает, действительно, она и даже в армаде плохо укрывает, просвечивает. Поэтому красным мы сразу нанесли весь рисунок, чтобы потом красным что-то не перекрывать. Чтобы у нас был однородный красный, после чего, ну, больше морковный. После чего мы уже будем трафаретами на красном, на этой шагрени, которая уже есть, наносить более жидким бастионом сами рисунки. Это вы увидите. То есть будет красиво, будет здорово и не будет таких грубых переходов. Я имею в виду вот ступенек. Кто занимается такими покрытиями, тот знает, о чем я говорю. А кто хочет, я говорю, развести и сделать пожиже для каких-то условий, советую использовать разбавитель 3010 в линейке НБ. Он очень хорошо подходит, это чище, хорошо очищенный разбавитель. И для этих вещей он подойдет, по крайней мере, не испортит бастион. Если вы будете покрывать другими разбавителями, ну, возможно, он у вас не будет сохнуть, возможно, он у вас
останется пластилиновый. То есть любые варианты, которые несовместимы, могут привести к ухудшению качества. Цинк-цербер, понятно, цинк-цербер, у него свой разбавитель, также, ну, кто приобретает на сайте, у них всегда я перезваниваю, и у них есть прямая линия со мной, мы общаемся, то есть там я даю консультацию. Ну, если что, на сайте также есть разбавитель для цинка, и этот же разбавитель подходит для эпоксидного грунта. Внимание, ребята, многие хотят что-то выиграть, да, и цинк перекрывают эпоксидным грунтом, да, ОНБ, но с баллончика. С баллончика цинк с грунтом эпоксидным с баллончика не дружит, поэтому обязательно используйте либо 3 к 1, либо 2 к 1. У нас 2 эпоксидных грунта на сайте, и они оба отлично подходят для этой работы, мало того, что они и подгонялись под сам цинк. Вот. А, ну и оно как само самостоятельное покрытие, оно тоже четкое. Ну уже практика показывает так, что настолько народ полюбил цинк, что просто эпоксидным грунтом, ну, мало кто пользуется. И если именно для защиты самого металла, чтобы это было надежно и круто, наносят цинк, потом эпоксидный грунт, и потом уже вот в данном случае мы наносили бастион. То есть какие временные паузы? Наносим цинк, подождали полчаса, чуть побольше дождем. После цинка через полчаса наносим эпоксидный грунт. Обязательно это тонким аккуратным слоем. Эпоксидный грунт тоже мы разводим 2 к 1 или 3 к 1. Он получается немножко густоватый. Мы его доводим до консистенции 19-20 секунд, то есть как база. Делаем и разводим его, чтобы он пожиже был, разбавителем цербер. После чего наносим тонким слоем и даем также, ну, если вы сразу будете, допустим, бастионом крыть, через 20-30 минут можно. Если вы будете еще заделывать швы, то ждем час, высыхает у нас эпоксидный грунт, ну, 2 часа подождете, ничего страшного, до 10 часов может. Наносим герметик полиуретановый, после чего сушим герметик, там час буквально, и наносим бастион. Бастион у вас также высохнет. Швы уже кто какие наносит. Здесь у нас вот такие вот швы. И, как видите, полиуретановый герметик вполне хорошо высохнет у вас вместе с бастионом. Здесь не надо бояться, что что-то не просохнет, что-то потрескается. Главное правильно все делать. Как видите, все работает и получается круто. Все это, конечно, интересно. И сейчас мы постепенно переходим именно к оклейке и покраске другие цвета. Это будет серый и черный. Подходим еще к одному этапу, открыли машину. Работал первый раз. Понравилось? Ну, думаю, самой это самое.